грязный участок. Так, надо как-то не так. Надо вот по этой стороне. Воду. Ну и поедем теперь по этой стороне обратно. Сейчас обмоем колеса вот здесь. Знаете, как снимать? Теперь на двух руках висит. Снимать только ртом. И это тоже ртом. Других вариантов нету. Если рот рабочий, вы можете ртом не только колючки снимать, но еще что-нибудь делать. Например, сети плести. Я уже забыл тут маршрут, где я ехал. Ну, наверное, следы буду свои сейчас смотреть. Буду по следам ехать. Гляньте, тут вода течет там. Откуда-то. Прям напор. Заехал маленько. И снова не туда. В колею попал. В мощную. Опять я попал, ребят, в колею. Ух ты! Ёлка! Утонул, набрал ботинки. Фу! Вот это новости! Сейчас нейтралочку найду. Запустимся. Вот это да! Вот это я дал джазу. Я думаю, обратно поедем по трассе. Ай-яй-яй просто. Сейчас я на ту сторону перееду.
голове. Рюкзак не посеял я. Ой, ветер. Ай-яй-яй, губатый дует. Всем спасибо, всем пока.